Сожаления Ив Сен-Лорана о том, что джинсы придумал не он, сегодня нам понятны как никогда. Деним снова покорил подиумы, а джинсы, которые так есть практически у каждого жителя планеты, стали главной модной константой как минимум до конца года. Впрочем, джинсы – далеко не единственная вещь из денима, которая должна появиться в вашем гардеробе этим летом. Список покупок «Denim Only» можно растянуть на целый лист А4 мелким почерком. Так, на показе Dior были представлены эффектные кэпи-береты в коллекции Tibi жакеты, а у Стеллы Маккартни – рабочие комбинезоны. Оскар Ди Лоренто предложил платье миди, а Y Project и вовсе велосипедки. Возвращаясь все-таки к джинсам, в этом сезоне обратите внимание на модели с накладными карманами или широкие варианты. Дениму в этом сезоне позволено все – быть цветным от пыльно-розового до кислотного зеленого, рваным и вареным, как любили 80-е. Тем более джинсовые тотал-луки больше не табу, а наоборот – главная модная новость сезона. Самый шик – сочетать несколько оттенков денима в одном образе. Эксперименты только приветствуются. И еще один совет. Если вы все-таки решили инвестировать в вещь из денима, делайте ставки на классические варианты.